Я приветствую всех любителей тяжелой техники на своем канале и хочу сделать анонс своих будущих обзоров по моделям. По случаю приезда в Москву на СТТ были куплены вот эти две замечательные модели. Это планировщик Vermeer и машина для заготовки леса Valmet. Такая сказочная моделька. Следующая модель это Valmet, машина для заготовки леса. Здесь можно видеть фотографии ее в работе. В комплекте также идет DVD, где показана эта машина в работе. Но в ближайшее время я постараюсь снять по ним обзоры. Также готовятся к обзору следующие модели. Это невероятный Ellis Chalmers HD41 в масштабе 1.25. Также турбоукладчик Liebherr. Также вы увидите траншеекопатель Vermeer. Погрузчик Литурно. Ну и звезда моей коллекции Terex 340. Всем спасибо.